Максюха, это последнее видео с Максиком. Все, Максик едет домой. Макуша. Вот у нас беспардонные собаки. Максюха, ты напоследок решила доесть этот угол, да? Да, скажи, мне все можно. Мне все можно. Максюша, будем скучать по тебе. Умненький мальчик, умненький, да, Максюха, ты такой классный. Макуся, вот смотрите, лезет, да. Лезет она, лезет. Чем внимание, ко мне. Да. Я здесь. Ага, звезда. Вон она целуется, целуется. Максюха, ай, вкусно. Зубки поточу, скажи, поеду домой, да? Скоро родители приедут за Максиком. Ну все, Максик поедет к себе домой. Искупается хорошо, да? Максюха! Здесь его сзади обняла. Сзади? А, смотрите, держит. Да. Джейска! Ничего себе, пришли целоваться. Боюсь. Джейс, что ты там ему делаешь? Они уже понабесились сегодня. Байкал, уйди от Маши. В нос дал? Ага. Пытался. Ну скажи, Машка, давай... Чеши меня. Так. О, Максик, смотри, уже тут что-то конфликт какой-то. Джейс, зачем ты его за лапу кусаешь? А Лаки тоже хочет с ним играть. И Джейска хочет с ним играть. А, смотрите, Джейска. Ай, все. Байкуша, вот ты к старости нудный какой-то будешь. Ты что такой нудный к старости становишься? Вот только его чешите и чешите. Вот, Маша не перестает чесать, и он опять чеши меня. Вот видите? Чеши, да, чеши. Да не Максик, почухать. Ну езжай, да, остаешься. Да. Чеши, скажи. Это не Байкал, не знаю кто. Вот, все, чухай только меня. Максик. Ты такой классный вообще, даже не верится, что мы смогли увидеть такого малыша шикарного, что это реально наш малыш. Реально, такой шанс увидеть малыша и чтобы он у нас пожил. Макуша, ты тоже там решила? Что ты там нашла? Нет, Маша, меня. Вот ревность. Ревность у собак. Джесси, чё ты ему там хвост нюхаешь? Сынок твой, сынок. Сынок. Всех чухайте, всех чухайте, да? Да вообще. Все, у Джесси настрой побеситься. Максюха, вот они вцепились, парочка. Обесились за недельку, наигрались. Каникулы деревенские, да, были? Максюха, да, Максюха. Деревенские каникулы у Максюхи были так. Вот они. Так, Байкал, харе нудите. Байкуша. Угол не поделит мать с сыном. Это мой угол. Ты чего взяла? Скажи, я сейчас уеду, а вы еще будете грызть его. Джейс. Да, тоже, да, да, тоже разговорчивый, наверное, мальчик будет. Все. Ну, давай, скрути уши, Лаки. Я последую, кто еще может сделать? Джейс, вкусно, а? Малёна. Ну что, скажи, всем можно, а мне нельзя, что ли? Классно. Все ладят друг с другом, играются. Будут скучать по Максику. Привыкли? Неделя-то реально, это бесилово было.
ну, в хорошем смысле слова, бесилова. Наигрались, набесились. Максик уже как бы, ну, привык. Первую ночь, когда первое утро он у нас проснулся, он рано проснулся такой, начал тут типа беситься. Ну все, следующая ночь уже дрых. Наши знают, что надо утром спать. И они спят до последнего. Теперь хозяева не смогут разбудить, да? Лорд... Ой, господи, лордик, с чего это я так это? Максюша, не разбудят теперь, скажи, утром буду дрыхнуть. Как все хаски. Ну, Ксюша рано раньше просыпался. Но сейчас привыкнет к своему режиму. Ай, все, угол не поделят. Угол. Все, Байкал. Не успокоилась. Меня, скажи, у тебя две руки, давай. Маш, смотри, чтоб лайки тебе сзаду не почесала. Что за бойня? Макс не сдается. Молодец. Джейси, все. Маш, смотри, сейчас тебе Байкал сзади. Господи. Байкал. Ну все, пожалей Байкал. Он... Все, Байкал, молодец. Что ты им говоришь? Что ты там говоришь? Красиво, Байкуша, иди красиво. Ты скажи, дай тут это. Я сейчас прыгну на тебя красиво. И что, они не слушались, да, Байкал? Так, ну все, Ань. Джейска. Да, все. Все высказались. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, куча мала, вот что такое? Байкал, да? Дурдом. Байкал. Да пускай они поиграют. Ты пошли. И вот именно он Максику говорит что-то, видите? Ничего себе, Макс. Ну все, Байкал, молодец. Эти бесятся все равно. Дурдом, дурдом, Айвич. Да. А чего уже?